слова невесты о своей маме и о своей семье. Что явно, то не утаить. Мы с мамой очень похожи. Мне безумно нравится говорить, что мы с бабушкой и мамой матрешки. И ведь не только внешностью, но и характером, и уж тем более голосищем. Я благодарна маме за действительно счастливое детство и жизнь в целом. Она всегда была тем самым оберегом, который спасал и укрывал от всего на свете. Но также я благодарна мамочке за воспоминания из детства, как она мыла коробочки из-под йогурта, чтобы потом я могла играть ими в песочнице. И только сейчас, повзрослев, я понимаю, насколько простая вещь ей давалась нелегко. Ведь я-то йогурты не любила, а меня заставляли их есть. Но при этом моему счастью не было предела каждый раз, когда я играла в пасочки. В моей жизни был странный период, когда я уехала в другую страну. Интересно, что через определенное время я вернулась домой именно благодаря маме. Мы вспоминаем это и всегда спорим, потому что наши взгляды всегда расходятся. Но я бесконечно счастлива, что тогда вернулась и сейчас нахожусь здесь и сейчас. Стою самым лучшим мужчиной для меня под венцом. Я люблю драматизировать. И даже интересно, в кого же это я такая? Сегодня мне также хочется поблагодарить папу за то, что множество невероятных поездок в горы, которые были в детстве благодаря ему. Это были сумасшедшие впечатления, которые я помню до сих пор. Но самое важное, если бы тогда я не лазила по скалам, не проходила туристические тропы, канаты и прочее, я бы никогда не сделала это в сознательном возрасте. Я же очень жутко боюсь высоты. И, конечно же, я, благодаря Жене, которого по сей день именую через раз дядей, благодарна ему за множество вещей. Начиная от тонны знаний, которые он дал мне, хотя из них усвоилось максимум процентов 10, до советов, нравоучений, часов разговоров и поездок за грибами. Конечно же, я никогда не забуду нашу чудо-чудную поездку в Крым. Это море мне до сих пор снится по ночам. И если бы не Женя, кто знает, увидела ли бы я его с берега Севастополя. К слову, несмотря на то, что Женя всегда старался быть довольно отстраненным, он никогда таким не являлся. И в Евпатории не лишил меня поездки в аквапарк из-за того, что мама порхала на скользких плитах берега. На самом деле, в моей жизни и воспитании участвовало много людей. И каждого есть за что благодарить. И у нас еще очень много времени впереди, чтобы все это вспомнить. Дорогі наречені, у мене є для вас невеличкий сюрприз. Я попросила ваших мам взяти з собою на вашу весільну церемонію ваші дитячі фотографії. Ось такою була Наташа в дитинстві. А ось таким був Денис. Візьміть ці фотографії. Наташ, бери свою. Денис, бери свою. Я попрошу вас ще раз поглянути на себе маленьких. Можливо, не зовсім маленьких, тому що Денис там вже, певно, в шкільному віці. Я попрошу вас ще раз подивитися на ці фотографії. Зрозуміти, наскільки багато ваші батьки вклали в вас вашого тепла. І хочу, щоб саме сьогодні ми зробили одну дуже хорошу традицію, започаткували її. Ці фотографії, ваші фотографії з дитинства, стануть вашою сімейною реліквією. Цікаво, правда? У мене є ось такий конверт.
на якому написано «Нашій малечі». Зараз ви візьмете ці фотографії, разом поставите їх у конверт. Разом. Це їхня спільна справа, перша спільна справа. Підтримайте оплесками. Я хочу, щоб у момент, коли у вас вже будуть свої діти, ви ще раз дістали цей конверт, подивилися на себе маленьких, відповіли своєму малюку, на кого він більше схожий, на маму чи на тата, пригадали ваших батьків і згадали сьогоднішній день. Адже сьогоднішній день абсолютно повністю змінив ваше життя. Сьогодні ви поєднали ваші серця та долі. Бережіть цей конверт. Він буде вашою сімейною реліквією з сьогоднішнього дня. І у момент, коли малюк подорослішає і попросить вас показати ваші сімейні фото, щоб ви довго не гортали соціальні мережі, адже в Дениса там немає сторіночок, наскільки я знаю, а Наташі, мабуть, довго доведеться гортати і пригадувати, чи є дитяча її фотографія в Інстаграмі чи в інших соціальних мережах, ще раз відкрити цей конверт передасте вашому малюку і пригадаєте цей особливий день. Шановні гості, попрошу вас бурхливими оплесками привітати новостворену сім'ю. Сім'ю Герчук! Запрошуємо вас підходити, вітати наречених і робити спільні фотографії, адже тут дуже гарний краєвид. Дякую всім за увагу!